Первый крем – это увлажняющий, на классный увлажняющий крем на каждый день. Я использовала его как базу под макияж. Он отлично себя ведет, не скатывается, ну, вообще не забивает поры. Очень мне понравился. Он хорошо увлажняет кожу. Прекрасно. Я очень довольна осталась. И второй крем – это реконструкция. Я его использовала как бы уже на ночь, потому что он более такой плотный и питательный, в отличие от первого увлажняющего. Он борется с мимическими морщинками и, в принципе, у меня уже такой возраст, что пора уже начинать. Какой эффект я после него заметила, что вот воспаление, да, проходит быстрее, заживление происходит кожи, и это, конечно, большой плюс, потому что бывают какие-то высыпания, и вот это вот все может долго длиться, а вот этот крем, он отлично помогает как бы быстрее, чтобы эти все прыщи, воспаления сошли как бы уже на нет. И тоже им довольна. Вот в целом они вместе классно на мне работали. Так что прикольные кремы.